немножко так меня омолодили, Big Bro Respect. А мне сейчас вылезло воспоминание о том, что я был ровно год назад в Японии, в Осаке. И сейчас пройдемся по архивам, вспомним, как это было, Канжо движение. Погнали. Вот у нас заправочка Эниус. Пистолеты висят сверху. Вот видите как. А вот цены на бенз. Новая Королла называется Touring. Это универсал. Но не фильтр, чисто Королла. Очень крутая. Сейчас во всю Японию будет реклама по телеку. Вот она. Ну что, кто там хотел журналы? С трудом, но нашел. Два дня ходил по всем магазинам. Вот смотрите, что нашел. Апрель месяц, вип-стайл. Еще один вип-стайл. Журнал Stans S13 с олдскулом. Зашли в сушильню. Здесь уже было раз 3-4. Короче, деды метозят. Прям по олдскулу. Смотрите, Марк 90-ик. Таурайс. Родной краски. Ну что, друзья, вот и расцветает сакура. Ну вот оно, замок Осаки. Вот они модельки Liberty Волк. Вот эту однозначно беру. Машина Ватаракату. Зашли в такую. Вот она, Танкацу. Просто самый топ. Отвечаю. Обязательно попробуйте. Ну, начинаем Канжо движение. Приехали в первую компанию. И вот нам тут расчехлили вот такой вот цивик. Очень крутой. Свежий выкрас. Мы зашли в магазин. И здесь очень много ништяков. Такие вот диски GDM Osaka Канжо Performance. Такие вот наклеечки. На лабаш. Рули перепроял. Сизоуки. Фуджисан написано на номере. А. Фуджиян. Ага. Вот Zero Fighter. Диски.
проглатываешь, что ли? Ворона проглатывает. Так, так, так. Кто тут приехал? Саня. Че, мы отправляемся? По гаражам, по всем бычкам. Вон, да. В общем, нычку по цедрикам, вагончикам. Их очень много. Там еще стоят. Но вот здесь вот стоит очень интересная машина. Это Нива. И причем леворукая. Так, приехали в Original Lab. Они закрыты сегодня. Новый джимник под гелик Сакос. А вот как вам такой вот аппарат? Привезу гречку из Японии под заказ. Так, мы приехали в компанию Carland 86. Вы только посмотрите, сколько здесь кочуров. Насчитали 23 кочуров. Вот это кайфово. Здесь, еще здесь, там. Вон там в гараже еще две. Так, мы приехали в гости к нашему другу Тоши Кинг. Конничуа. Конничуа. Это та самая тренажка, которую возили в Лас-Вегас в том году на 7 шоу. И они выставляли ее в Пандем. Как шоу-кар. И вот наконец-то ее вернули сюда, в Японию. Ровно год назад я там был в Осаке.
Уже начинается ломка, но в скором времени, я надеюсь, что Японию откроют, и я уже сижу на чемоданах и готов выстреливать, снимать сезон Gaijin 5.